Подписанные, но не вступившие в силу международные договоры вызвали вопросы у мажилисмена Маулена Ашимбаева. Сегодня после выступления министра иностранных дел на правительственном часе он заявил, что бумаги годами не поступают на ратификацию в Нижнюю палату парламента. В качестве примера привел соглашение о пограничной работе с Туркменистаном и Кыргызстаном. С туркменской стороной договор подписан был Казахстаном в мае 2007 года, и Туркменистан его ратифицировал в январе 2008 года. С кыргызской стороной договор подписан в декабре 2001 года, и Кыргызстан его ратифицировал в апреле 2004 года, коллеги, я подчеркиваю. В то же время пограничная служба по каким-то причинам эти соглашения до сих пор не внесла в Мажлис парламента Казахстана. Другая тема, взволновавшая депутатов Мажилиса – членство Казахстана в Совете Безопасности ООН. В частности, Серикжан Канаев поинтересовался у Ерлана Идрисова, каковы шансы на победу. Министр ответил, что главный конкурент страны Таиланд по-прежнему силен. Однако наши дипломаты проводят ряд встреч, чтобы обзавестись поддержкой на голосовании, которое пройдет уже в следующем году. Мне пришлось ездить летом в Самоа. Очень далеко, обратно я летел 30 часов для того, чтобы выступить там на саммите, повстречаться с участниками саммита. Совершенно другая часть мира, абсолютно другая философия. Но, тем не менее, эту работу будем проводить и будем рассчитывать на вашу поддержку.